Вам я хотела фантик себе давать, да? Давай. Кто делает? Вот фантик подскачет на одной ножке, вот такой вот круг. Чье вот это? Кому я здесь давала? Вот, давай фантик. Ну, что ты? Иди сюда, скачи. Скачи, скачи. А я делала сюда. А я хотела фантик. Сейчас это все сейчас скажет. А я хотела тебе такое хитрое прикрывать. Здесь, да? Девочка, наверное, да? Нет. Нет, давай, давай песню. А сядь на музыку еще. Вы маленькая девочка. Давай, иди сюда ко мне. Повернись. Поверни. Вот тебя все видят. А что, а что? Миша, немножечко. Второй листик.
Вот тут у нас будет второй листик. Нормально. Вот лишнее. Это не твоё. Это там. Моё. Ты моё. Вот это твоё. Где я стану? Дима, стань одним боком. Не разворачивайся туда-сюда. Еще кто-нибудь поместится. Таня сзади. Это чистка. Вот здесь нет Таня. Тут есть лишнее. Сейчас мы... Ребятки, покажите, свои щечки покажите. Анечка, покажи, что у тебя на щечке. А у меня ничего, она посмотрит. А, ну мы на рядами сделали. Зачем? Ну просто так. Сережа, чтобы было видно, что это ты. Так, хорошо. Смотри. Упала одна штука. Thank you.
бантик, он не смог. Патрица, второе место. А мы потом, мальчики, будем танцевать? Нет, нет. Обеда полная. А почему обед? Ну, они маленькие. Дальше. А почему мальчики не танцуют? Девчонки, мальчики тоже танцуют. Девочки, вы все получили жизнь. Девочки, у нас уже готов конкурсант, уже собирается выступать. Жюри, рассаживайтесь. Кто будет? Тихо, выступать. Опять. Как кричит крокодил. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Если кошку проглотил. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Как кричит крокодил. Гав-гав-гав-гав-гав. Он собаку проглотил. Гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав. Гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Как кричит крокодил. Он корову проглотил. Как кричит крокодил. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Он будильник проглотил. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Как кричит крокодил. Каплями по лужицам,
маленький щенок, под дождем промокнет, но он поет и кружится. Лишь радует щенка, он пустить не хочет. Он такой смешной, он уже большой, да-да, большой. И он во всю хохочет. Гав, 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 гав. Заражает всех, вот веселый смех. Засмеялись капельки, все ему твердят, всюду говорят. Ах, какой ты маленький, злые облака лишь радуют щенка. Он пустить не хочет, он такой смешной, он уже большой, да-да, большой, и он во всю хохочет. Гав-гав-гав-гав, гав-гав-гав-гав-гав. И не знал никто, что нынче у него просто день рождения. Так, я пошла. А теперь вы на голос прошу. Молодцы, молодцы.
Сейчас я Оля, Оля. Сереженька. Хорошо, подождите, а то мальчики, девочки, все разное. Сережа, с днем рождения. Миша. Миша у нас на двоих мальчиков. Ну, здрасте. Ирочка. Анечка. Анечка и Патриция. Не важно. Не важно. Тихо. Все довольны сейчас. Да. Все, молодцы. А я смотрю, у нас Кира. Все. Возвращение актёров. Получается 700 баксов, да, в переводе. Там... Это наши детки. Да. Время. Это только быстрее. И здоровье. Давайте я до 10 досчитаю. До 10 досчитаю и все. Это наши мамочки. Вот это наши мамочки, да. Это наши активные мамочки. И я тоже с ними. Мама, можно на одной стороне нарисовать, а на другой? Так, ну если ты успеешь, пожалуйста, давайте быстрее, пожалуйста. Все, досчитайте. Раз. Непонятно, что вам хитить. Она рисует, это модерн. Ну, это модерн. Я точно знаю, что я сейчас делаю. Раз. Два, три, творческий порыв. Алло, вы ставите рисунок. У меня боль. Кубики. Можно, пожалуйста? Так, команда, как у нас, получает 5 штук. Раз. Вы где-нибудь местечки себе найдите, а сядьте. Мальчики, Сереженька, ну-ка повернись. Ты в какой команде? Так, мальчик, помоги. Давайте, кто нам лучший конструктор? Нет, тут я прошу разобрать. Подождите. Надо все разломать и все собрать. Артур, посмотри на меня. А где команда «Боль-боль»? Артур, это какая команда? Где команда «Боль-боль»? Мой братик быстро наголо подстригся. Ты меня совсем случайно прилетел на тылку. Не плюйся мною на пол. Это очень неприлично. Это такая штучка, которую вы все очень любите. Вода, наверное? Да, это что, может, это вода? Дождь? Вот сюда.
Вода, да? Нет. Нет? Да. Кран. Кран можно. Кран? Да. А, ну правильно, ну смысл тот же, Кристина. Смысл тот же. Кран, вода, это в принципе. Мы подумали, вода капает, но она без крана капает, она все равно душ. Плю, поцелую в щёчку прямо. Мама всех нас ест. Мама, 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 мама. Ой, всем придется дать больше времени. Мы вместе там видео. Мама, Дима, я хочу. А что ты не покажешь? Я хорошая, когда у меня там зубы. Марина. Про зубы на сегодня забудь, папочка. Не трать. Поровну. Так, еще не близко. Близко, да, но против света. Кто сказал как? Я. Слушай, Артур, ты у нас все призы съешь. Ты там отгадки написаны. Нет, нету там. Нет, ну а там читает, только тут читает, тут видят. Все, да? Маме, да, я знаю. Давайте еще одну, давайте еще одну и приступим к следующему интересному мероприятию. Кристина, ты свой подготовил? Да. Только я не буду. Не. Давай, давай, давай. Какая а еще собаки не читай, читай. В Новый год сижу под елкой. Там с утра меня... Подарок, 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 подарок. Ладно, первый раз. Правильно. А потом, Сергей, я бы загружу. Я повесим, а завтра приберем.
это разбираем, контрольный писать. А если не напишет, ему не сдобровать. Пока-пока-пока, камушка, мы школу разберем. Учителя повесим, а заучи прибьем. Директора заставим контрольную писать. И без одной ошибки. Мам, я буду без игру. Спросила, купи ты мне щенка. А мама мне купила смешного хомячка. Хомячок, хомячок, добродушный москвичок. Он носом всюду тычет и бегает кругом. Хомяк, наверное, ищет свою нору, свой дом. Хомячок, хомячок, добродушный москвичок. Я постелю постилку где-то в уголу, пускай там отдыхает мама кизырек. Ну еще кто я? Ехали, приходил Гена и Чебурашка. Решили педаль назвать бабкой. Деньги косточками, кошелек дубиной. Едут, видят, бабка через дорогу переходит. Чебурашка и говорит, как одела Гене. Дави на бабку! Бабка испугалась, бежала в милицию. Приходит милиционер и говорит, что ж вы тут людей давите? А Чебурашка и говорит, как одела Гене. Крокодил, доставай дубину, будем милиционеру косточку. Какие? Кислые. Кислые? Встало солнце кислое. Смотрит в небо кислое. Кисло в небе, кислое облако повисло. Перешат несчастный, кислые прохожие. Идет ужасные кислые мороженые. Даже сахар кислый. С кислого все варили. Потому что кислым было настроение. Это мы на уроке делаем. Да, в роли снежного деда, да, вроде снежного деда. Он превратился в мумию. Понятно. Олечка, помаши мне, мигни, подмигни. Какой помаши? Она не может. Ну ладно, тогда уже похихикай. О, за тебя помахали, это Оля. Снежная баба наша. Меня рука приняла. Вы так все Марьяну не примотайте. О, довольно же человек. Марьян, не перемотайте. Нет, я так, готова, да? Нет. Там еще зайка победила. Команда. Ой, вот. Сара, команда. Так что, тоже на конкурс, да? Победители надо выигрывать. Команда. Что, она не победила? Очень.